Внимание на старт, участники осеннего приза на лошадях арабской породы в боксах. И дан старт скачки. Лучше всех принимает контроль Максимус. Тут же лидерство захватывает Нимбус Терск. На третьем месте Визит Терск, замыкает Биг Бэнг. Нимбус Терск лидирует, контроль Максимус на втором месте, Визит Терск третьим. И тут же Биг Бэнг. Биг Бэнг выходит на третье место. Резво едут. Лидирует Нимбус Терск. Контроль Максимус в посыле. Не может догнать. 400 метров пройдено за 27,5 секунды. Биг Бэнг третьим. Визит Терск замыкает. Нимбус Терск уверенно лидирует. Контроль Максимус, Биг Бэнг ведут борьбу за второе место. Биг Бэнг по бровке выходит на второе место. На четвертом месте Визит Терск, но он приближается к этой двойке. За 500 метров до финиша Нимбус Терск оторвано впереди. 500 метров пройдено за 34,8 секунды. Нимбус Терск выводит компанию на финишную прямую. Визит Терск вторым, Биг Бэнг третьим, контроль Максимус четвертым. Уверенно лидирует Нимбус Терск. Далеко сзади на втором месте Визит Терск. Биг Бэнг третьим и контроль Максимус четвертым. Биг Бэнг и контроль Максимус уже видно, что тяжело едут и еле доезжают. А вот Визит Терск даже начинает атаковать Нимбуса Терска, который уже, уже прям, можно сказать, сдался. Но выиграл скачку и вторым финиширует Визит Терск. А в борьбе за третье Биг Бэнг и контроль Максимус.